Узнать все об олимпийском движении еще до школы. В Сургуту прошел финал конкурса «Юные знатоки олимпизма» среди детсадовцев. В отборочных турах участвовали команды из всех дошкольных учреждений Сургута. В решающем этапе встретились 6 сборных, ранее показавших лучшие результаты. В финале дети выполнили теоретические задания на знание чемпионов в лицо по фотографиям. Далее они раскрашивали талисманы Олимпиады на время. Самый подвижный этап – пантомима. Ребята должны были угадать вид спорта, который по очереди показывали друг другу. Далее тематические пазлы и, пожалуй, самый сложный этап – конкурс капитанов на тему античных Олимпийских игр. Данное мероприятие вообще у нас проходило в прошлом году впервые в таком апробационном режиме, в пилотном. Конечно, мы более усовершенствовали, продумали задания все и получили положительный отклик со стороны педагогов. А горящие глаза детей говорят вообще обо всем, что конкурс им по душе, что надо продолжать работать в этом направлении. На всю подготовку к конкурсу ушло чуть меньше месяца. В учебный кейс входили советские мультфильмы, современные ролики об Олимпиаде, фотографии, презентации, стихотворения и песни. Итоги подвели сразу после финала соревнований. Победителями стала команда детского садика «Крепыш». В тройке лидеров также дошкольные отделения 12-го садика и гимназия-лаборатория «Салахова».